свое путешествие начинается с аэропорта в Варшаве. Из еды в самолете нам давали булочку, салат, также сэндвич, рис, мясо, горох и морковь. Всем привет! И мы уже находимся в Египте. Приехали мы сюда 2 дня назад. Всего у нас было 5 горок, включая одну детскую радужную. А это я. Сейчас мы пойдем на завтрак. Сейчас мы пойдем на море. В море у нас плавали маленькие рыбки, также иногда медузы и морские звезды. Потом мы пошли на пирс. Кто не знает, это такое место, где можно спуститься в открытое море. И там реально очень классно, но очень глубоко. И там красивые кораллы и просто огромные рыбы. Кстати, видите это голубое пятно? Это бездна, и там реально очень глубоко. Сегодня у нас будет фаер-шоу, то есть шоу с огнем. Поэтому давайте уже побыстрее туда пойдем. Каждый вечер у нас были разные шоу, такие как камеди-шоу, мьюзик-шоу, также много всяких конкурсов и не только. Ну вот и закончилось наше путешествие в Египте, и всем пока-пока!